Сказал про старую сказку, которую кто-то из вас знает, сказка о маленьком принце. Там есть сценка, когда маленький принц, это маленький мальчишка, который жил где-то на районе взрослых, встречается с лисом. Вот такой диалог. Лис говорит маленькому принцу: «Я для тебя всего лишь одна из тысячи лисиц, а ты для меня один из тысяч многих маленьких мальчиков. Пока мы не познакомимся друг с другом, мы будем чужие друг другу. Как только мы станем знакомы, я для тебя стану единственным лисом, а ты для меня станешь единственным принцем». Ребята, вы рисовали портреты наших детей. И наши дети уже для вас не те тысячи, десятки и миллионов детей, которые живут на этой земле. Вы уже знаете наших детей, потому что вы рисовали их. В свои рисунки вы вложили немного души и немного сердца. И вы уже стали не чужими нашим детям, потому что на обороте их портретов есть ваши фотографии. За что? За что? Большое спасибо. Живут в разных странах, учатся в школах, посещают какие-то центры, либо благотворительные программы, как наша. И на самом деле это не просто портреты, это такое очень теплое послание вам, что кто-то другой, очень далеко, по ту сторону Атлантического океана, думал о вас и рисовал этот портрет, на самом деле, с очень добрыми чувствами. Bringing these pictures for us. Я очень рад, что вы так хорошо нарисовали это. Большое спасибо. And I would just like to say that here in Russia we say that we're friends. Я хочу от всего сердца, от всей русской души поблагодарить вас. Вы вкладывали свои силы, свою душу, свое сердце в эти портреты. Вы все такие молодцы, вы так старались. И к нам, к нашим детям, через океан от вас летит вот этот месседж любви, дружбы, объединения, да, в нашем непростом мире. И такие человеческие, теплые, искренние чувства. Это настолько потрясает, настолько радует и позволяет радоваться жизни больше, да, вселяет надежду, что несмотря на вообще все, мы будем радоваться, будем любить, и наши страны способны дружить и понимать друг друга. Они все так рады. Была столь позитивная атмосфера, если бы вы это видели, дорогие студенты. Я вам пытаюсь передать, как это было круто и по-настоящему добро, светло, солнечно было в этом зале, где мы получали ваши подарки. Я говорю вам всем еще раз огромное спасибо. Это было незабываемо. Саша является председателем студенческого совета. Вот, я увлекаюсь фотографиями, то есть я фотографирую. Продемонстрировать свои таланты.
Это один из самых моих любимых рисунков. Один из лучших моих рисунков. Классный рисунок. Я желаю вам каждый день чувствовать себя собой, гордиться этим и быть счастливыми. So they had a lot of emotions, a lot of positive feelings while getting their portraits. They understood how unique they are. It was a great experience for them. They also understood that so the youngsters and children from different countries, so they have the same interests, they have the same wishes, they have the same emotions. And our youngsters asked a lot of questions about American youth, and they understood that we are the same, we are the people of the world, the people of the earth. Я ломаю барьер души, я взрываюсь толпом огней. Большой нитью соединить наши две страны, наши две страны, да, и в итоге частичка нашего вот такого контакта у нас станет участвовать в наших представителях и участников проекта, которые будут соединить Штаты. Dear artists, thank you so much for your portraits for our children. They didn't expect this. It was very beautiful, and their portraits very, very special for them. Которые проявили свою заботу и внимание об их судьбе, об их интересах, что им нравится, чем они интересуются.